40 минут езды на машине. И, в общем, это очень красивое место. Хоть это за городом, да, но здесь есть много-много кофейн. Известный и Старбакс, кстати, тоже есть. Смотрите, какая красота. Смотрите. Мы приехали сюда покушать. В общем, почему мы приехали в это место? Мы приехали сюда именно вот ради вот этих вот шашлычков. Шашлыки с курицы. Вот, в общем, это известное место, популярное место, поэтому именно с Пусана приезжают сюда, чтобы попробовать этот шашлык. Здесь много уличной еды, но самое популярное место это вот. Поэтому мы сейчас будем это пробовать. Съела 3 палочки шашлыка и уже наелась, поэтому я взяла на десерт себе вот такой вот пирожочек. Это типа пирожок, и внутри идет орешки, микс орехов и мед. Очень вкусная липешка. Надо Джуна покормить, поэтому мы идем в кофейню. Большая кофейня. Это получается вот это вот второй этаж. Есть еще внизу первый этаж, вот эта вот крыша, и еще вот терраса есть. И помимо этого, пожалуйста, вот сюда можно еще подняться. Здесь тоже есть столики, и вы можете взять кофе, свой напиток и подняться на эту гору. Смотрите, как тут красиво. Вот видите? Вот с таким видом. Сидеть и пить кофе. Кто не захочет. Боже мой, как красиво. О, посмотрите, это колонка. Это камень? А, нет. Это такая колонка в виде камня. Прикольно. Мне так нравится тут. Я сюда бы хоть каждый день приходила бы. Но это очень далеко находится от нашего дома. Поэтому, блин, так красиво тут. Я хочу здесь остаться. Оставьте меня здесь на 2 дня. О!